Близость к побережью Волги дала улице солнечный необычный рельеф. Здесь много перепадов высот, лестницы и спуски к прилегающим улицам. Поэтому для пешеходов особенно важно, чтобы эти участки были своевременно почищены. А проходят и проезжают здесь много людей. Микрорайоны, расположенные на просеках, активно заселяются. И Солнечная постепенно стала одной из важнейших в промышленном районе. Поэтому прошлым летом ее отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Улица Солнечная является одной из центральных артерий города. Также здесь большой трафик транспорта проходит, в том числе маршрут общественного транспорта. Поэтому она имеет важное значение. И первоочередная задача осуществлять здесь уборку и вывоз снега для обеспечения безопасности движения транспорта и людей. В уборке улицы задействована бригада из 8 дорожных рабочих, которые занимаются расчисткой тротуаров, пешеходных переходов и остановочных павильонов, а также 4 единицы техники. Трактор сгребает снег в кучи, загружает его в самосвалы, а небольшой погрузчик помогает в очистке там, где большой техники не развернуться. Все работы проходят под контролем как специалистов профильного департамента, так и общественников, которые следят за качеством уборки. Чтобы не трескался асфальт, чтобы это было как можно лучше сохранено, конечно, нужно применять и реагенты, и убирать снег, но, естественно, производить уборку, которая будет по всем нормам, которая должна быть. Водители тоже оценивают уборку улиц и отмечают, что важно следить за дорогами, которые были отремонтированы, чтобы они служили как можно дольше. Важно не то, что их отремонтировать, но и поддерживать их в рабочем состоянии, убирать периодически регулярно снег, поступать реагентами, чтобы водителям было комфортное вождение. На других улицах работы тоже не останавливаются. С начала февраля на площадке складирования снежных накоплений вывезено уже около 63 тысяч тонн снега. К утру 9 февраля на дорогах 2, 3, 4 категории обеспечена возможность беспрепятственного движения транспорта, в том числе общественного, и пешеходов. Расчищали и вывозили снег в дневную смену 317 единиц специализированной техники и 3269 уборщиков. По прогнозам Приволжского УГМС, в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха без существенных осадков. Не исключена гололедица. Поэтому улицы активно обрабатывают противогололедными материалами. За сутки использовали более 193 тонн. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Константин Головин. События.